с Ириной Ермаковой я знакома с 2000-х годов. И я наблюдала, как происходил рост этой замечательной художницы. Начиналось все с простых работ, но очень ярких, динамичных, образных и сочных, где смешаны цвета, и краска, и цвет вызывали какие-то необыкновенные сказочные эмоции. Чуть позже ее работы стали приобретать оттенок академичности. Почему это произошло? Возможно, сыграла роль то, что Ирина выросла как личность, как мама. У нее появилась большая семья, и четверо девочек, ее любимых дочек и любимый муж, конечно же, сыграли свою замечательную роль в том, что в мастерстве Ирины Ермаковой стали проявляться и пейзажные работы, и яркие цветы, и, конечно же, те высокие и солнечные горы, которые она так любила покорять. Восхождение на вершину духа, восхождение к творчеству – таким я вижу путь Ирины Ермаковой. И ее основная черта, на мой взгляд, устремленность. Человек себя формирует в том, что идет сопротивление рутине жизни и обыденности каждодневной. И тем не менее, когда есть мастерство, и оно прорастает, бережное отношение к этой устремленности, к этому чувствованию жизни, создает прекрасные работы. На выставке, которую я увидела, осмотрела, меня больше всего поразило разнообразие. Здесь все. Здесь и фантазии красок, и пейзажные работы, и времена года, которые идут от ярких цветов до печальных ноток осеннего дождя. И, конечно же, солнечная, белая, красивая зима. И такое же яркое, необычное, сияющее звездное небо над высочайшими вершинами мира. Мне кажется, что образность Ирины Ермаковой создает не только свет в ее полотнах, но создает и возможность каждому человеку, взявшему кисть в руки, желание творить, желание возвышаться, взлетать над планетой и видеть все оттенки нашей прекрасной человеческой жизни. Я желаю этой художнице дальнейших успехов и, конечно же, уверена, что еще не один раз мы увидим ее новые великолепные полотна для всех, кто ее любит и кто желает тоже стать художником. В добрый путь и хороших, ярких образов в картинах. Спасибо. Все, немножко. Да, да, классно. Хорошо.